В синий угол приглашается претендент Унал Аси Алкаиш. 29 лет, Стамбул, Турция. Профессиональный рекорд 31 победа, 16 из которых нокаутом. Трехкратный чемпион мира и Европы по версии WAKO кикбоксинг, а также двукратный чемпион Европы по ушу. Он прилетел, чтобы стать самым опасным вызовом для доминирующего чемпиона. И этим вечером он решительно настроен потрясти мир кулачных боев, забрав не только пояс, но и ноль в графе поражений Хайбулы. Выигрывал турниры в Европе и мировые соревнования. Для меня очень важно участвовать в турнире по кулачным боям и быть первым турком, который заберет пояс хардкора. Мой соперник — хороший боксер, у него есть опыт в профессиональных турнирах. В то же время он чемпион хардкора, получил пояс. Я смотрел записи, изучал его технику, как он наносит удары, уходит в контратаки. Судя по этому, мы составляем план тренировок и в этом бою победим. С самого начала подготовки мой план на бой такой: как можно меньше полученных ударов, как можно больше резких и точных движений. Я уверен в своей концентрации и скорости реакции, которая позволит мне быстро перемещаться и резко контратаковать соперника. Хайбула очень хороший боец с большим опытом. По-моему, он отлично уклоняется от ударов и наносит точные контратаки, поэтому я много работаю над скоростью реакции, и в этом мое преимущество. Да, он может быть хорошим бойцом и обладателем пояса, но за мной стоит вся Турция. Поэтому пути назад точно нет. В их планах быстро и эффективно отправить Хайбулу в нокаут. Уверен, будет сложный, но техничный бой. Я и раньше рисковал и выигрывал. Сейчас снова уверен в своем успехе. Я выиграю этот пояс. Я считаю себя хорошим бойцом. И в кикбоксинге, и в муай-тай. У меня хорошие бои и отличная карьера. Рассчитываю доказать это как в боксе, так и в боях на голых кулаках. Я знаю, как вести себя в ринге и как все будет происходить. Поэтому благодаря опыту я сильно не волнуюсь. Выйдем эффектно, сразимся, сделаем все, что в наших руках, и вернемся с победой. Айбулла Хишник Мусалов, 31 год, село Гунип, Дагестан. Мастер спорта международного класса, финалист всемирной серии бокса и серебряный призер Европейских игр в Баку. Непобежденный, действующий чемпион в весовой категории до 77 килограмм, оформивший 5 нокаутов в 6 боях на хардкоре. Хайбулла всегда жаждет показывать свой уровень в международных встречах, но больше всего он жаждет крепкой и жестокой зарубы на голых кулаках. Технарь, смотри, технарь. Слушай, ну колотушка, конечно, феноменальная у Хайбуллы. Ты смотри, что творит. Вынужден терпеть Милсон с самого начала. Да, и роняет. Хайбулла Мусалов! Нашли как раз по моим запросам. Думаю, он как раз побежит на меня драться. И у нас произойдет столкновение на корабле. Ничего такого сверхъестественного нет у него. Ну, удар, наверное, скорее всего. То, что есть у бойцов. Удар голым кулаком. Вот это опасно от любого бойца. Не хочу, как сказать, свой держак проверять, так скажем. Лучше без этого обойдемся. Я в себе уверен, я буду идти за досрочной победой. Так что ведь пошумим на корабле. Для меня, честно сказать, день боя – это самый такой праздник, можно сказать. То есть самый легкий день, который предстоит просто выйти и показать себя. Подготовку, то, что у меня есть, фундамент я ее прошел, в горах еще. Где вы стараетесь подходить профессионально? Никто не застрахован от поражения, но знаешь как, самое главное – это в зале быть добросовестным, сделать свою работу профессионально. Хайбулла давно этого ждет, и поэтому он голодный, соскучился. Но то, что Хайбулла выиграет нокаутом, я в этом не сомневаюсь. Ну, когда тренировочный график есть свой, ты понимаешь, что тебе предстоит делать. У меня, можно сказать, такой график, я сам себе его расписал. Двухнедельный сбор в горах, крепости Шамиля в Гунибе. Пацанам что не хватает? Выносливости, да, в основном. А чтобы выносливость повысить, ее горы, воздух, высота. А то, что нужно для выносливости, это в горах. Я обычно вот так там провожу, и потом две недели уже в Москве я догоняю. За 20 дней до боя я стараюсь правильно питаться, убираю соленое, сладкое, держу диету. А так люблю я сладкое. Сейчас пойдем какао пить.
меня мотивирует, я думаю, как и всех профессиональных спортсменов, не будем этого скрывать, деньги. Больше заработать денег, так что к этому стремимся большим чеком. Большие бои, большое наследие. Сегодня у меня соперник из Турции, чему я очень рад. Буду качать палубу и соперника. Международный поединок. Унал Алкаиш с большими регалиями в кикбоксинге. Ну и тут же Хайбула забирает инициативу. Я так понимаю, да, вот ты рассчитываешь на быстрый нокаут. Не буду скрывать то, что да, я болею за Хайбулу. Хайбула наш товарищ по команде, старший товарищ. Ну смотри, хорошо на нырках, как работает Унал, и тоже апперкотами старается попасть по Хайбуле. А обратите внимание, что Хайбула тоже не останавливается, а просто идет вперед и бьет. Неплохо очень атакует Унал. Сразу же видно, что с большими регалиями этот человек, с отличным бэкграундом. Да, в кикбоксинге это его дебют на голых кулаках, но тем не менее, уже сразу же пытается он жестко отвечать Хайбуле. Нет, нет, Хайбула сейчас делает Хайбула своего. Четко идет, я думаю, явный фаворит. Хайбула не просто так, хищник. Сопернику нужно его вязать в большей степени, наверное, не давать наносить удары. Стараться клинчи больше работать. Потому что видно, что... Хайбула, давай, спокойно. Разные уровни. Вот что нужно делать. То, что он сейчас делает. Вязать, держать немножко, чтобы первый раунд вымотать. Но чувствую, что все может закончиться рано. Хорошо перекрывается Хайбула от ударов соперника. Постоянно пытается закинуть апперкотами, ну и встречает жесткую защиту в виде локтей Мусалова. Так, конечно, недалеко и до повреждений, чего мы не желаем, безусловно, Уналу. Хорошо, как по корпусу срабатывает Хайбула. Ой-ой-ой, вот она, это URF. Просто мощнейшее попадание по корпусу. Может, и... уже все, я думаю, что все. Я думаю, бой закончен. После этого уже... Да все бой закончен. Он что сказал? Первый раунд. Вот она, это URF, это хищник Хайбула Мусалов. Ну и вообще очень четко всегда работает Хайбула Мусалов по корпусу. Ну и мне кажется, это уже вроде не первый поединок, когда он заканчивает по корпусу. Уже были у него нокауты и в печень. Ну и сейчас, конечно, просто на всю баржу был слышен щелчок от удара Хайбулы. И... А четко попал в печень. Очень мощные панчи у Хайбулы Мусалова. Уналу мы желаем только здоровья, конечно, но в этом противостоянии... Хотелось бы, конечно, хотя бы раунд посмотреть и второй. Понаслаждаться, да, искусством. Да, быстро. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Бою победу одержал Хайбула Хищник Мусалов. Хайбула, ну как я люблю говорить, один по корпусу, как Рафаэла вместо тысячи слов. Слушай, хорошая победа, мы очень сильно переживали. Вначале казалось, что он забирает инициативу, потом я увидел, как ты улыбаешься после каждых его ударов. И дальше ты просто сделал свое дело, ты красавчик, я тебя поздравляю. Просто неоспоримый, непобежденный чемпион, красавчик. Тебе микрофон, дай обратную связь. Что сказать по бою? Бою недоволен я сам, что вот так невнятно выступил, можно так сказать. Хорошо, что так закончился поединок. Удар по корпусу, я всегда люблю проверять корпус соперника. И спасибо Унал, то, что принял этот поединок. Сау Гардаш.
наверное, поймет. И хотел бы, знаешь, как Сайм Симон, вроде этот британец, который не прилетел. Вот который будет турнир по боксу в сентябре. Датский меняка дерется. Один бой такой на кулаках с этим британцем Симоном. А так, что много разговаривать. Вам хорошего отдыха. Анатолий, с днем рождения. Уже, наверное, тысячи кто поздравил его. Буду 1001. И все вырывают здесь всю дорогу. Просят бонус, бонус. Я хочу, знаешь, что, чуть-чуть систему сломать. И по полтиннику вам бонус. Тебе, Анатолий. Серьезно? Красавчик. Я-то понимаю, эти деньги вам... Да, я не знаю, эти деньги, что вам там, ну, особо погоду не сделают. Но чуть-чуть систему сломаю, а то все просят, просят. Уже сколько ведете? Ты что за тигр? Надо дать. Что вы показали? Красавчик. Ну, насчет бонусов, Хайбула, вот у нас тут стоят представители Crystal Group, которые обещали бонус за лучший нокаут. Ну, лично я думаю, это был лучший нокаут. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Спасибо большое за такой зрелищный бой. И от компании Crystal Group я хочу вас наградить бонусом в виде 100 тысяч рублей. От всей души. Вот как раз эти 100 тысяч поделите по полтиннику. Кэшбэк хороший, да. Хороший кэшбэк. Мне нравится. От души поздравляю. Всем спасибо. И, конечно, в конце URF, моя команда, которая мне помогает, Рокки, все, кто причастен. И Хардкор, вы делаете мощное шоу, даете молодым бойцам проявить себя. Так что от нас остается просто тренироваться и выступать, радовать вас яркими боями. Всем всего хорошего. So, thank you very much. It was incredible fight. Так, спасибо огромное для начала. Это был невероятный бой. Как ты думаешь, что тебе помешало выиграть? Признаюсь, я немного нервничал, ведь ты дрался против нашего чемпиона. И лично для меня результат был вообще не очевиден. Что случилось? До этого дня я выступал в кикбоксинге и муай-тай, и впервые дерусь на голых кулаках. Это был хороший опыт для меня. Сегодня был не мой день. Думаю, мне просто не повезло. Давайте овациями поблагодарим легенду кикбоксинга, чемпиона, который сегодня вышел в октагон хардкоров. Спасибо. Спасибо большое, парни. Подарки от наших спонсоров. И едем дальше.